Да-да-да. Руководитель муниципального центра гражданской защиты Леонид Киселев с рыжим талисманом щелковских спасателей Корги Марусей торопится в 20-ю Загорянскую школу. На урок их пригласила ученица 2-го В Николетта Анастасиади. Девочка не раз исполняла трогательные песни на мероприятиях с участием спасателей. Николетта попросила, чтобы мы приехали к ней в гости с Марусей. У нас сейчас очень напряженный график, но нашему очень близкому другу, Николете, ее маме, друзьям нашим, мы отказать не можем. Ребята исполнили песню про рыжую собаку, которую в Корги-сообществе России считают чуть ли не гимном. Маруся, пожалуй, самый яркий его представитель. Щелковские спасатели – лучшие в Подмосковье. Тому подтверждение победы на соревнованиях по одному из самых сложных моментов в спасательной службе – газодымозащите. Огнеборцы 300-й пожарной части из Медвежьих озер показали абсолютный результат. Узнав об этом, от Леонида Киселева второклашки решили поближе познакомиться с людьми отважной профессии. Я просто хотел бы с вами переписаться на выходных. Если ты напишешь мне в Инстаграме, подпишешься на Марусю, мы обязательно с тобой поговорим. Хорошо, пообщаемся. Дети готовились ко встрече со спасателями, принесли Марусе ее любимые угощения и множество рисунков, выполненных своими руками. Самая большая по формату работа от Лизы Щербаковой. Очень люблю Марусю, потому что она очень спасает людей. Она очень милая, добрая. Щелковские спасатели – инициаторы проекта «Корги-дел», одна из целей которого – научить детей основам безопасности в быту и бережному отношению к природе. Это была очень сложная школа, где наш Андрей Алексеевич Булгаков, глава, очень много сделал для того, чтобы закончился сложный ремонт. И здесь очень сильная такая родительская группа, которая помогала. Получилось так, что Маруська символ стал такой добра, и вот такие отношения. Детишки хотят с ней встретиться. Доставили огромное удовольствие детям. Они полны счастья. И я думаю, что их улыбки будут сверкать до конца сегодняшнего дня. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марусей Леонидовной и МЧС. Михаил Налетов, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.